Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Давайте выполним задание на полях страницы 25. И решим цепочку данных примеров. 48 разделим на 3. 40 разделим на 3 получается 10, и 18 на 3 разделим получается 6, 16. Теперь мы 16 делим на 4, получается 4. 4 умножаем на 19, 40 умножаем на 10, 4 умножаем на 10, 40, и 4 умножаем на 9, 36, 40 плюс 36 получается 76, 76 вычитаем 6, получается 70, и 70 плюс 30, 7 десятка плюс 3 десятка получается 10 десятков, получается 100. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.